нормально, блядь. Так, блядь, ездит. Поехали, пацаны. Номер один, это из чего подвал есть. Подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция. То не так-то это страшно, даже если будет на вытяжке, у вас, что пострадает, это люди, которые будут мыться, потому что очень нужно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. И недаром у нас все фундаменты. Бил, блядь. Я за тобой наблюдаю. Есть, блядь. Ебать того царя нахуй. Блядь. Блядь, Вова. Этот вопрос власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года, и, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут. И, в общем, из двое спасибо, я не вылезала далее. Так вот, да, понятно, спасибо. Кстати, Рома еще послушал, да, скажи, перезвоню. Ромочка, добрый день. Правильно, вчера. И, глядя на группу товарищей в другом конце вагона, как это было? Это было как антиксилитература. Да, у вас-то была. Поехали, не знаю. Она не надевала, и что, мы никогда не пропускали. Так что узнал слово. Thank you.
нет. А что ты орешь? Калина, не пускай нахуй его. А он собирается, он, видишь, поджимает. Ой, нам. Ну, что делать? Хуяли, ну, блядь, убрался. Что, блядь? Давай зацепимся. Нагляд, ебану, сука. Ты смотри, что делать. Надо было тебе регистратор. Ментов вызываем, блядь. Слышь ты, блядь. Нахуя ты это делаешь? А что я сделал? Ментов вызываем? Ты прешь-то куда? Полосы-то, блядь.